Выставки собак – это не просто конкурсы красоты. Их основной целью является развитие кинологии и сохранение генофонда разнообразных пород. Несмотря на летний сезон, на выставке «Львы и компашка» в Войковском районе были представлены около 300 собак различных пород. Пород обычно представляется на наших выставках порядка 50-60. Вот, все в основном породы такие, которые известны, бывают иногда экзотические. Выставки подобного ранга обычно устраиваются клубами собаководов два раза в год. Ринги собак разделяются по породам. А после основных выступлений проходят конкурсы среди питомников, лучших производителей и хендлеров, людей, которые подготавливают и презентуют собак. Собаки различных пород предстают перед экспертом на ринге для оценки их качеств. Представители одной породы разделяются на классы, в зависимости от возраста и послужного списка. Классы собак на выставке одинаковые и за границей, и в России. Это класс открытый, это класс юниоров, где проходят собаки до полутора лет, класс щенков, класс бэбиков и, конечно, класс победителей и чемпионов. Подход к оценке каждой породы и каждого возрастного класса индивидуальный. Взрослая собака должна не только соответствовать стандартам своей породы, но также отличаться устойчивой психикой и адекватным поведением. Самой высшей оценкой на выставке является оценка «Отлично», которая дает возможность присуждения собаке титула кандидата в чемпионы красоты. А после получения определенного количества данных титулов собаке присваивается статус чемпиона России. На выставке каждая собака индивидуальна. Ньюфаундленду Гранту всего полтора года, а он уже учится на спасателя и в будущем будет работать спасателем на воде. Грант был единственным представителем своей породы на этой выставке. Среди других была серьезная конкуренция. В каждом классе пород были выявлены свои чемпионы. Но для собак это не так важно, ведь на выставке они получают больше удовольствия от внимания к ним и от общения, чем от наград. Римма Топчиян, Сергей Сасин, телекомпания «Север ТВ».